Прохождение паводка в регионе перешло с режима стабильного в напряженный. Как отмечают спасатели, в зоне высокого риска такие районы, как Целиноградский, Аршалынский, Астраханский, Атбасарский, Сандыктауский и Ерементауский. Для недопущения подтопления жилых домов продолжаются превентивные противопаводковые мероприятия по вывозу снега из населенных пунктов, очистки водопропускных сооружений, каналов и арыков. Так, на сегодняшний момент вывезено уже более 800 тысяч метров кубических снега, заготовлено 315 тонн горюче-смазочных материалов, 17 тысяч тонн инертных материалов и 77 тысяч мешкодар. Из-за обильного снеготаяния происходит три перелива талых вод через автодорогу районного значения. В настоящее время без автотранспортного сообщения остаются три населенных пункта Ерементауского района. Это села Кызылту, Енбек и Бестугай. В 11 районах на паводкоопасных участках проведены взрывные работы по рыхлению и дроблению льда на площади более 22 тысяч квадратных метров. На водных объектах Акмолинской области в районе гидрологических постов происходит ослабление ледовой обстановки. Лед потемнел, на части гидропостов наблюдается повышение уровней, связанных с таянием снега в русле рек. В случае чрезвычайной ситуации по области подготовлены 222 пункта приема эвакуируемых граждан. Также для отгона скота обеспечено 625 мест и свыше 1 миллиона тонн кормов. Зарина Жунисбекова, Жорсену Мирзака, Меркой Шибаев, Кокши, Акпарат.